Можно ли кормящей маме грецкие орехи? Питание кормящей мамы должно быть сбалансированным, неаллергенным, насыщенным витаминами и микроэлементами. Но увлекаться тем или иным продуктом не стоит, даже при наличии полезных качеств. Чрезмерное употребление может привести к аллергическим реакциям у малыша. Относятся ли к данным продуктам орехи и можно ли кормящей маме грецкие орехи? При кормлении грудью женщина должна тщательнее относиться к выбору продуктов для ежедневного рациона. Польза грецких орехов при кормлении грудью. К продуктам, полезным для здоровья и содержащим множество витаминов, минералов и микроэлементов, относится ядро грецкого ореха. В его составе присутствуют витамины группы В, РР, А, К, Е и ДР. Также содержатся полезные всем минералы, железо, магний, кальций, кобальт и ДР. И незаменимые аминокислоты, в ядрах грецких орехов присутствует много жиров, белков и только 10% углеводов, они очень питательные и вкусные. Но, возникает вопрос, а если в них какая-нибудь опасность для малыша и можно ли кормящей маме грецкие орехи? Конечно можно, но в разумных количествах. Орехи обладают рядом преимуществ, помогают организму справляться с болезнями, выводить быстрее вредные вещества, обеспечивают регенерацию органов и систем целого организма. Специалисты советуют в день человеку съедать около 3 ядер сырых орехов, жареные ядра грецких орехов могут вызывать аллергические реакции и уже не имеют нужных питательных свойств. Как правильно вводить в рацион? Грецкие орехи в питание кормящей женщины нужно вводить максимально осторожно, маленькими порциями. При этом наблюдать за состоянием и поведением малыша, если нет различных необычных или аллергических реакций у ребенка, увеличивать дозу постепенно до 3 грецких орехов в день. Подробнее о правилах ввода в рацион при кормлении грудью новых продуктов читайте в статье «Питание кормящей мамы IGT». Считается, что употребление любых видов орехов может повысить жирность и питательность грудного молока. Научного обоснования данный факт не имеет, но об этом говорят даже в родильных домах, рекомендуют такой рецепт, чтобы увеличилась жирность грудного молока. Нужно залить небольшую горсть грецких орехов прокипяченным молоком, настоять в термосе и пить в течение дня. Читайте по теме, что кушать маме, чтобы молоко было жирное. IGT, можно ли кормящей маме грецкие орехи или нет, должна решать для себя сама женщина, исходя из потребностей своего организма. И наличие аллергических и иных реакций у малыша после употребления данного продукта. Употребление грецких орехов принесет огромную пользу здоровью матери и ребенка. Питание в период лактации должно быть разнообразным и полезным. Нужно кушать приблизительно то, что употребляли при беременности, ведь малыш привык именно к такой пище, пока находился в животе. Не нужно впадать совсем в крайности, следите за реакцией малыша.